Привет, моделисты и моделистки! В этом видео я покажу, как работают электронные расцепители на MTH-9. MTH как компания уже не существует. Rumors. Слухи, что их кто-то покупает, до сих пор гуляют. Надо спросить у Роба, он знает наверняка. Краткая история. Эти локомотивы начали выпускаться где-то в 2006-2007 году. Мы, по крайней мере, первые получили. И это был бум, конечно. Люди покупали их очень много. Но наша вся компания Rob & Co. Rob & Co. Rob & компания не покупает эти локомотивы. Много нюансов из-за того, что не так сделаны правильно, как должны быть деталировки и прочие вещи. Потом звук был очень тоже не такой, какой должен быть. В данный момент Цунами и SU были тоже, конечно, не такие, как сейчас. Но MTH мало поменял звук. То есть это всегда были проблемы. Потом MTH имел свою систему, и всегда были какие-то проблемы с compatibility, да, с DCC, разговаривают с этим DCS, по-моему, системой. И эти каплеры, да, сцепки были не очень надежные. Хотя они сделаны из металла. Есть там кусочек пластмассы внутри, вот здесь. Сейчас попробую показать. И вот вы будете смотреть, ребят, как они будут работать. Здесь будет механизм открываться, закрываться. Сейчас я попробую открыть его без вагона. Другой сцепки. Вот вы слышали звучок. Такой клик, отлично. И вот эта сторона отошла очень хорошо, которая замыкает другую сторону. Да? Использую я KD со Scale Coupler. Он такой маленький, да? То есть, ну это вообще круче этого не может быть. И сейчас я зацеплю вручную. То есть, вот, кстати, я забыл, как это правильно называется, система. Здесь на всей протяжении пола внизу, под полом стоит вот этот механизм амортизации. Напишите, я надо опять у робота спросить. То, в общем, сейчас я загоняю его сюда. Он спружинивает. И, надеюсь, на данный момент он замк... Вот, сейчас вот было видно, как замкнул... Зашел этот язычок. Ну что ж, попробуем расцепить еще разок. Внимательно смотрим. Будет такой клик-клик. Я делаю два раза, чтобы не забыть его отжать. Функция 8. На задний каплер и функция 7 на передний. Внимательно. Видели? Отошел, да, нормально. Но, если я сейчас локомотив поедет вперед... Пардон. Выключим звучок. Локомотив едет вперед. И ничего не происходит. Теперь я держу этот вагон. Вот, слышали такой клик мощный. Теперь я попробую зацепить его с разгона. Это нужно очень хорошо приноровиться. Если стоит 5 вагонов, 6-7 и больше, нет проблем. А когда вот так, приходится делать мощный... О, не зацепился даже. Мощный такой наезд. Теперь можно сказать, зацепился. А может и нет. В общем, это было всегда проблематично. Потом, даже они сделаны из металла, они не держали, к примеру, 100 вагонов или 6-7 локомотивов, а даже больше на сплотках, на этих консист. В общем, такая история. Сейчас еще разочек попробуем. И движемся вперед. Размыкаем. Раз, два. Слышали, видели, да? Продолжаем движение. Никакого эффекта. Держу вагон. Вот так происходит. Сейчас я держу вагон опять-таки в другую сторону.
и делаем момент зацепления такой, пока колеса не начнут у локомотива прокручиваться. Вот сейчас зацепился, можно сказать, гарантированно. Хотя нет. Вот видите, то есть вот это будет проблема постоянно вас преследовать на макете. Еще раз отцепляю. Сработало, да, это видно, что сработало. То есть для маркетингового хода хороший момент. То есть новая система, новые всякие вот эти, ну, прибамбасы, кто первый раз в хобби, они были очень хороши, но все-таки, мне кажется, недоработанная система. И в конечном итоге зацепить, да, опять же, вот на маленькой скорости до конца локомотив до сих пор не зацепил. Ну, можно загнать его помощнее, вернее, разогнать и держать локомотив, держать вагон, да. Теперь все. Видите, какая система амортизационная. Вау. Да, это все из реальных, так сказать, реальной жизни сделано. И реальных поездов. Еще раз делаем отцепление. Раз, два. Отцепился. Но, ну вот, за, кстати, не очень маленькие денежки, серьезные деньги, они по 250 или больше даже стоили. Даже в те времена цены чуть-чуть поднялись, но не намного. В конечном итоге, вот, MTH теперь по-английски будет out of business. Наверное, это тоже каким-то образом повлияло. Классная вещь, но должна была отработана с самого начала. Мое личное мнение, ну и наших друзей, серьезных моделистов. Мне интересно ваше мнение, ребят. Всего наилучшего, успехов. Спасибо за поддержку канала. Есть Patreon и есть подписка, как subscription, да, на основном канале. Успехов. До свидания.